Поволноваться сегодня ночью пришлось и жителям улицы Саянской на правобережье Красноярска. По непонятной пока причине здесь загорелся один из сараев, которыми застроен весь склон за многоэтажками. Это самодельные, чаще всего незаконные стайки, в которых местные жители хранят инструменты и старые вещи. Площадь пожара была небольшой, около 100 квадратных метров, но была опасность, что огонь перекинется на соседние деревянные постройки. 4 пожарных расчета прибыли на место через несколько минут после вызова. Спустя полчаса они справились с огнем. Сейчас на месте работают дознаватели. Не исключено, что причиной пожара мог быть поджог.